И я подумала, что если поместить человека вот в это ограниченное пространство, где ему страшно, вот что с ним будет? Мне понравилось в своей работе делать раскадровки, то есть у меня просто структурное мышление, и везде хочется найти какую-то схему, алгоритм. Я понимала, что каждая фраза, которую я пишу, она должна нести какой-то смысл. Вот отсюда появился символизм. Что бы ты ни показывал, каждая секунда, каждое предложение должно нести какую-то мысль. Вот для себя я решила, что в моей работе точно должно быть что-то философское. Не только триллер, не только чем-то запугать зрителя, а именно какая-то такая мысль, которая цепляет. Я поняла, что в хорошей команде сложные вещи реализуемы. И для меня было очень интересно наблюдать, как разные люди делают акценты на разных вещах.